Мужские сандали на липучках под названием «Пилигрим». Запомните либо название, либо номер лота. Либо 76-147. Либо ноги. Да, скажите, хочу такие же сандали, как у Марата. И вуаля, в ближайшее время они окажутся у вас. 25 пар на всю страну. Здесь все. Шутки в сторону. Нужно серьезно отнестись к этой информации. 25 предложений на всю страну, на огромную нашу Россию, матушку. Экономия 1600 рублей. Номер лота 76-147. Итак, давай перейдем теперь к сандалям. Давай. Ну вот смотри, у Марата, между прочим, стандартная полнота ножки-то не особо. Она у него полная. А у тебя да. как? У меня? Пополнее, чем у Марата? Пополнее, да. У меня, чем у Марата. Но я даже в первую очередь бы для своего папы присмотрел. Потому что у него да, сейчас уже и с возрастом тоже меняется. Угу. И подагра бывает, вот, кстати. Вот. Но вот, вот липучки, мне кажется, идеально с этим справиться. Конечно. Вот, собственно, к этому-то я и вела. Потому что, действительно, эту обувь можно подстроить так, как необходимо для вашей ноги. К примеру, у вас очень узенькая ножка. Да? Ну, давайте максимально разберем эту конструкцию. Да? Узкая у вас нога. Вы что делаете? Вы берете первый союзочный ремешок, адаптируете так, как вам необходимо. Так. Второй через подъемный, адаптируете так, как вам необходимо. Пяточный ремешок тоже взяли, отрегулировали так, как нужно. Это для узкой ноги. А у нас с вами еще может получиться вариант и для очень широкой ноги. Потому что действительно эта обувь может стать индивидуальной парой для вашей ножки. То есть подстроиться исключительно по вашей ноге. Это прекрасно, потому что мы такую обувь называем обувь для перфекционистов. И здорово, что здесь есть такие технологии комфорта. К тому же, вот такой надежный способ крепления, как застежка велькро, потому что она вообще практически никогда не расстегивается. Но это, кстати, технология испытана даже в космосе. Первая отрасль, которая стала применять такую застежку велькро, это именно космос, потому что в условиях невесомости нужно было крепить предметы к разным поверхностям. Ну, а помимо вот этой замечательной нашей с тобой, замечательных застежек велькро, адаптивных, у нас с тобой здесь еще и просто первоклассная стелька. О, да, из натуральной кожи. Мы об этом сейчас обязательно поговорим. Хочу отметить, что у нас 45-й и 46-й размер закончились, 40-й размер сейчас находится в ограничении, а эти сандали мы смело можем выбирать размер в размер. Поэтому, когда видим свой размер на экране, то звоним прямо сейчас и заказываем. Менее 20 таких сандалей остается в наличии. 76-147 номер лота. Цена всего 1890 рублей. Почему я говорю всего? Потому что здесь у нас стелька из натуральной кожи. Расскажи о ней, пожалуйста, поподробнее. Ну, о материале ты уже сказал. Действительно, кожа натуральная, поэтому материал гигроскопичен. Он влагу-то отводит от ваши ноги, дышащий материал, прекрасный для соприкосновения с вашей ножкой, потому что аллергических реакций не вызывает. Ну, а самое главное, посмотрите, каков здесь контур самой стельки. Он необычен. Посмотрите, наша стелька повторяет изгибы анатомичные для вашей ножки. От самых пальчиков до подъема и, соответственно, до пяточки. То есть вы получаете практически ложе для вашей ножки или ложемент по-другому. Индивидуальное место для вашей стельки, ножки. К тому же у нас с вами стелька еще амортизирующая. Это прекрасно, потому что когда вы ходите, вот на эти красные зоны приходится основная нагрузка. Когда вы соприкасаетесь с такой стелькой, то стелька под массой вашего тела формирует индивидуальное место для вашей ножки. Равномерно, да? По всей. Да, и равномерно распределяет нагрузку. А еще за эту функцию несет еще и супинатор или подсводник. Некая горочка, которая здесь имеется. Вот она как раз делает все, чтобы нагрузка распределилась равномерно с пятки на носок, а не концентрировалась где-то только в пяточной части или в носочной части. То есть вот эта зона, она очень важна для обуви вот в стельках. Но не каждая стелька имеет такую нюанс и такую особенность. Ой, у нас менее одной минуты, дорогие друзья, остается. Обращаю ваше внимание, что старая цена 3490 рублей сегодня для вас перечеркнута. Цена нашего прямого эфира менее 2000, 1890, и 40-й размер практически закончился. 45-го, 46-го не осталось, вот 40-й сейчас в ограничении находится. Запоминайте название «Пилигрим» или же запоминайте номер лот 76-147 и успевайте заказать, потому что это действительно отличное летнее предложение. Вот менее 20, кстати, пар нам сейчас сообщают, остается. Поэтому действовать нужно незаметно.
незамедлительно. Вот сейчас даже к дамам обращаюсь, вы 1600 рублей на свою покупку экономите. Мужи позаботились о своем мужчине, позаботились о дедушке, о своем отце позаботились, о своих детях позаботились и себе на что-нибудь приятное 1600 рублей отложили. Как семейные реликвии, просто передавать по наследству, мне кажется, можно. А почему? Кстати, такие сандали будут служить долгие-долгие годы. 76-147 номер лота.